На 2 дня в Иваново с официальным визитом прибыла делегация из португальского города Брага, который является молодежной столицей Европы этого года. Сегодня гости из солнечной Португалии посетили Центр детского технического творчества «Новация» и остались довольны тем, как в Иванове развивается молодежный научный потенциал. Принимающую сторону больше интересовало, какие бонусы дало Браге громкое звание молодежной столицы Европы 2012. Гости рассказали, что их город стал очень известным в своей стране. Теперь в нем проводятся спортивные и музыкальные мероприятия мирового уровня.